Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. Сегодня я нашла для вас очень интересный лайфхак. В первую очередь для себя очень интересный. Ну и многие девочки мне писали: расскажи, покажи, как делать стрелки для нависшего века. У меня, мне кажется, максимально нависшее веко, какое только можно, поэтому стрелки я не ношу, мне кажется, они мне не идут, хотя когда я их делаю, мне девочки говорят, что они мне идут. В общем, разных способов есть много, есть один способ, который я не пробовала, и хочу вам его показать, потому что когда я видела видео, когда делают эти стрелки, ну просто бомба-бомба получается. Ну и давайте же и попробуем и мы с вами, возможно, для кого-то это тоже пригодится, я надеюсь, я не одна с такими нависшими веками на глаза. Покажу вам поближе. Вот так вот выглядят мои глазки. Вот так вот в спокойном виде выглядят мои веки. Поднимите мои веки. Смысл заключается в том, когда мы рисуем стрелку, что мы ее начинаем вообще рисовать с того места, где мы даже не предполагаем. Не обращайте внимания немного на мои уставшие глаза, точнее тушь, которая осыпается, я тут тоже экспериментировала, в общем, с тушью. Но главным образом это стрелка, как мы ее будем рисовать. Я видела, что девушки ведут стрелку вниз, то есть от нижнего века, ведут стрелку вниз до того момента, где уже вот эта складка не преломляется. У меня такой немножко уставший карандаш, который рисую тоже не с первого раза. Это специально. Это специально для того, чтобы как бы с первого раза не накосячить. В общем, я спокойно держу лицо, ничего с ним не делаю и просто веду свое веко, вот эту вот стрелочку, вниз. До того момента, где уже все, преломления вот этой вот складки нету. И начинаю рисовать стрелку, девочки, внимание, вот с этого конца. Кто-нибудь мог подумать, что отсюда я начну рисовать стрелку? Я тоже нет, пока не увидела это в видео. И теперь я рисую стрелку. Вот так. Понимаете, да? То есть стрелка идет отсюда. Не отсюда она ведется где-то здесь, а она опускается и ведется в обход моей складки. Теперь понимаете, что получилось? То есть вот так. Это я сейчас начертила, да? Вот так. И отсюда вот так. Потом все это дело соединяется. Я немножко натушила, да? Давайте я пойду сейчас возьму нормальный карандаш и сделаю четко. Ой-ой-ой, девочки, как нам повезло. Я подумала, что... Сейчас ищу, просто не могу найти. Подумала, что это единственное наше спасение. Этот карандаш-фломастер. Но я нашла вот еще из Faberlic. Он такой двусторонний у меня здесь. С одной стороны вот такой. Я надеюсь, он пишет. А с другой стороны можно поставить даже. Оп. Ой-ой, какая красотунька. Так, вроде свежая, да? А что она мне поставила? Смотрите, как некрасиво. С каким-то еще, видите, ободком. Ну ладно, не суть важно. Приступим дальше. В общем, вот отсюда мы начали. Я обвожу, делаю четко. Для меня вообще стрелки рисовать это какое-то что-то искусство целое. Поэтому я их не рисую каждый день. Только по праздникам. И то не по всем. В общем, вот. В целом, какая стрелочка получилась? По-моему, очень даже. Первый раз делаю стрелку, и эта стрелка очень красивая прям. Давайте вторую. И сейчас я попробую делать стрелку сразу вот этим фломастером уже. Теперь соединяю. Мало того, что рисовать стрелки – это искусство, а нарисовать одинаковые стрелки – это отдельное искусство. Напишите в комментариях, у кого так же. Наверное, для цельности нужно соединить вот тут, да? В общем, вот такая получилась вторая. Какие-то они у меня все равно неровные. Давайте теперь посмотрим, они вообще одинаковые. Левый глаз жирнее чуть-чуть получился, да? Поправим. Ну вот как-то так. Можно взять еще ватную палочку и подровнять внизу. По-моему, довольно-таки ровненькая стрелочка.
Ну что, мои хорошие, что скажете? Ровные стрелочки получились? Скорее всего, нет, да? Но я первый раз делала именно этот способ. Вот так это смотрится издалека. Возможно, снизу не надо было делать. Ну вот правая классная получилась, да? А левая вот уже что-то не то, неровно. И еще я слышала, что прокрашивают внутреннюю стрелку. Сейчас вот это более актуальные, модные такие стрелки, чтобы прокрашивать вот здесь уголок. Что скажете? В общем, жду ваши комментарии, идут мне стрелки или нет, и как вам этот способ, имеет он место или нет. Надеюсь, вам мое видео понравилось, обязательно ставьте лайк, мы будем искать какие-то решения для того, чтобы сделать наши глазки красивые, со стрелками, и чтобы это было не так сложно, как сейчас было мне сложно. Пишите ваши идеи и как делаете стрелки вы, может быть, у вас есть свои какие-то способы, уже отработанные годами, для нависшего века стрелки. Также можете мне в директ в инстаграме, инстаграм мой здесь или под видео, тоже ссылка, кидать идеи, которые вы бы хотели, чтобы я повторила. Я обязательно буду пробовать все способы, пока не найду идеальный. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было вам сегодня полезным и интересным. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан, впереди очень много интересного. Ну, я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока, хорошего дня и хорошего настроения.